сегодня провели такую неплохую игру. Единственное, что огорчает, немножко два разных тайма получилось. Если первый тайм нам не удался, даже не знаю, с чем это связано, может, психологические моменты какие-то немножко недонастроены, может, нам мешают эти игры на город остальные, где мы по 14, по 10-0 обыграем. Ну, не так действовали ребята, как мне хотелось бы. А второй тайм, я думаю, что все закономерно. Полностью переиграли соперника, забили два мяча. В принципе, еще могли забить ему, поэтому уверенная победа, но по второму тайму.